Всем привет! Начинаю наш новый влог. У нас осталось два денька в Италии, потом отправляемся домой. И мы приехали на озеро Левико. Недалеко от Тренто. Смотрите, какая красота! Озера в горах – это что-то. Так живописно. Народ отдыхает, прохладно, но загорают все равно. В Италии папочки любят заниматься детьми очень, не только во Франции, вот, но и в Италии. Смотрите, какие домики красивые, такие нежные, цветочки, горы, красота, рай. Из окон видно озеро, люди купаются, загорают, отдыхают. Посмотрите, какая идиллия. Здесь вот кампинг. Люди разбили лагерь, палатки и отдыхают. А вот на горы вид, какой домики. Вид у них из окон, наверное, чудесный. А здесь уже более дикий, девчонки, пляж. Посмотрите, какая красивая вода. Вау! Слышите? А бог? Муж говорит, что глубокое озеро. А здесь, да, поезд идет. И здесь такая кафешечка приятная. Отдыхают, люди загорают. Пожилые люди здесь живут полной жизнью. Очень много долгожителей. Природа этому способствует. Да, и дети заботятся о своих родителях. Обед. Всех зовут на обед. Сирена, скорее всего. Нет, шучу, не знаю, что это. А здесь вот можно взять катамаран на прокат. Деман папа из Киланкора. Ой, сбата. Они все к нам приплыли. Вода теплая. Жаль, мы купальники не взяли. Он пувает фасильман прям для майот бен уже.
Ранее не могу сильно снимать, потому что музыка кричит. Но не страшно. Смотрите, какой вид красивый. Sì. Ух ты! А Саша говорит, еще будете есть. А у меня таглиатель с белыми грибами. Девчонки, ресторан был просто шикарный. Поставлю вам ссылку в инфобоксе, кто недалеко здесь живет. Ребят, лепатки из ум. О, смотрите, какие у них. Типа души возьми. Лапки. Интересно. А это еще одно маленькое озеро. Рядом. Вот за этой горой было большое, здесь маленькое. Но здесь очень-очень много народу. Сегодня жаркий день, и все отдыхают. Оно такое более дикое. Вот отсюда мы быстро сматываемся, потому что здесь народу куча и ничего особенного. О-ля-ля. Посмотрите, яблоку некуда упасть.